Всем привет! У нас сегодня 16 мая. Вот, я решила заснять свои растишки. Я сейчас нахожусь в тепличке. У меня здесь стоит обогреватель на ночь. Я его включаю, потому что у нас заморозки. Вот так у меня выросли помидорки. Немного вот еще рассады. Стоит вот здесь, значит, 22 градуса. Вот. Я бы сказала, помидорки неплохие. Вот, но у меня один помидорчик или одна помидорка. В общем, томат был под железным ведром. И вот немножко его прихватило. Я, значит, позавчера, мало того, что стоит обогреватель, я еще ставила, в общем, ведра. У меня помидоры я закрывала ведрами. Кастрюлю принесла для большого. И вот ведром немножко вот тут вот помяла макушечку одного помидорчика. В общем, не знаю. Ну, не пойдет, пойдет спасенок. Вот. Ну, в общем, вот такие у меня помидорки. Вот тут астры немножечко, что я сеяла. Баклажанчик один только вот большой, остальные маленькие. Вот они манюсенькие, а уже вот цветочки будут. Никак у меня дома рассада не росла, и все. Ну, здесь у меня вот арбузики, дыньки. Не знаю, вот если не пропаду до того, как высаживать на улицу. В общем, сейчас пока холодно, я держу все здесь. Вот я ведра еще не убирала. Вот стоят ведра мои все для помидорок. Вот так у меня растет лучок. У меня лазит собака. Если не собака, то кошка. Вот там все мне потоптала, сломала лук. И вот что я, значит, загородила, палок навтыкала. Но здесь пока вот не тронуто. Я пока здесь ничего не делаю. Вот. Здесь, значит, я посадила кукурузу вот на этих грядочках. Но она еще растет в земле, еще не вылезла. Да, Миколь? Вот этот вот у меня лазит по грядкам. У меня, значит, вылазит уже картошечка. Вот такой рядок картошечки. Вот эти короба у меня все с картошкой. Вот что мне творят кошки. Вот. По всем грядкам. Везде лазают. Как утром выхожу, вот такая история. Вот начала вылазить картошечка, ну хоть бы не было это заморозка сильного, чтобы ее не погубило. Здесь у меня тыква, вот она уже вылазит. Вот, вот там. Вот тыковка у меня уже вылазит. Вот здесь вот. Вот, я ее закрываю тоже вот тазами. В общем, чем могу, что под рукой есть. Вот. Вот баклажками, ведрами. В общем, все закрываю. Эту грядочку я приготовила под фасоль, но еще ничего не высаживаю. Фасоль тоже боится мороза, поэтому я не высаживаю, жду. Вот мы скапываем потихонечку. Здесь грядка готовая, но еще ничего я не высаживала. Вот здесь у меня, значит, кабачки с патиссонами. Вот кабачки вылазят. У меня вот здесь 5 гнезд, это кабачки. Вот они, кабачки вылазят. У меня, я всегда так сажаю кабачки, они прекрасно растут в земле. Но у меня это теплая грядка. Здесь внизу под землей навоз. Они любят навоз и лучше всегда растут на навозе. Вот. Ну вот кабачки. Ой, эти патиссончики. Что-то я не вижу. Здесь вот у меня патиссончики должны вылезти. А вот один вылазит. Сейчас, сейчас покажу. Вот он. Вот он. Патиссончик. Вот он патиссончик. Видно, да вот солнце я не вижу. Да вот он, патиссончик вылазит. Один.
Здесь мы тоже вскопали, приготовили. Здесь у меня морковка. Вот, приходится закрывать окошек. Не знаю прям, что делать. Хочу купить сетку какую-нибудь. Вот. Вот так у меня растет чесночок. Вот. И сейчас покажу. Я посеяла, вот здесь маленький парничок сделала. Я посеяла капусту. Вот. Она как не открыта. Сейчас. Вот так вот у меня растет капусточка. Вот я посеяла. Вот так вот. Разная всякая. Зашла у меня капуста. Ну, еще ее закрываю под пленочку. И днем тоже держу. Боюсь, кошки расковыряют. Поэтому я все закрываю. Здесь у меня цветы. Хотели выкопать, пересадить в другое место. Так и осталось в этом году. Вот. И, значит, самосевом эту грядку пока еще не сделали. Здесь самосевом у меня насеялась редиска. Вот. Это она сама. Вот так у нас лезет сорняк. Но я еще пока ничего не пропалываю, потому что трава еще маленькая, неудобно ее выдергивать. Вот. Вот здесь вот у меня редисочка. Соседи наши баню топят. У нас сегодня 12-13 градусов тепла. Вот такая погода. Вот. Виноградик тоже уже начал выпускать свои веточки. Вот. И вот так у меня редиска растет. Но у меня кошки, вот что, я уже вот здесь, вот так вот сегодня пришел утром, все вот так вот убрала. Вот, вот вырыли и все, и завяло. Надо что-то или палочки воткнуть, или что-то положить. В общем, надо что-то сделать. Вот так вот они мне шкодничают. Здесь я посеяла свеклу. Она, по-моему, еще не вылезла. Здесь у меня огурчики. Я вот раз показывала, что я посеяла. Огурчики тоже вот у меня вылазят. И травы полно. Скоро придется полоть. Вот. Я надеюсь, видно, да, огурчики? Вот таких луночках у меня не вижу. Вот в луночках. Ну, зашли везде огурчики. Я всегда так сажаю каждый год. Поставила пленку, чтобы эту ночью не замерзли. Вот здесь у меня тоже картошечка. Тоже вот она всходит. Картошечка. Вот. В общем, вот клубничка моя. Цвести будет. Цветочки. Хочу в этом году ее размножить, если получится. Вот так цветы мои растут. Вот лилии. Лилии у меня очень много. Вот. Вот так вот растут мои лилии. Пионы. Вот розочка принялась, которую я посадила. Виноград пока еще только распушил свои почечки. Вот. Вот так пион. Это белый пион у меня. Вот. Ирисы вот я сюда пересадила. Вот так земляничка, которую я в этом году выписала. Вот она цвести будет. Цветочек вон будет. Фубима. Вот. Вот так у меня цветы растут. Фубима. Вот здесь вот у меня высох куснул, роза лезет из-под земли. Вот. Вот так розочки у меня. Пион. Сейчас пройду. Это тоже пионы, которые я в прошлом году. Вот. В общем, лилий много надо. Фубима! Надо рассаживать. А вот. В общем, вот так у меня растет щавель. Цветы. Сирень будет цвести здесь маленькая. Вот так у меня цветет смородина моя. Вот. Ирисы.
пошли. Тоже надо все пропалывать. Вот как трава полезла. И хосты. Мои хосты, гортензия. И там лилии, которые я прошлый год зимой покупала на распродаже. Вот они у меня растут. Я не показала еще помидорки. Это золотистый шар. Или золотой, не знаю. А вот еще гейхеру я кустик, в общем, разломала и вот так воткнула в землю. Они без корешков. В общем, не знаю, примутся, не примутся. Кубива! Вот. Здесь у меня помидоры. Закрыла. Вот так вот. У нас вот везде вылазит укроп. Прям полно укропа. Здесь помидорки поменьше, потому что здесь все-таки ночь прохладная и вообще днем здесь прохладнее, чем в этом в теплице. В теплице намного теплее. Вот, Бог даст, если я, значит, на следующий год, может быть, теплицу буду брать еще одну. Потому что так вот очень... Ну, конечно, они отстают здесь в росте. Намного отстают, чем в теплице. Вот. Вот так вот у меня лилейники растут. Я на ночь закрываю поверх вот этой пленки. Вот одеяло у меня разные старые. Покрывало вон валяется. Здесь вот валяется. Пришлось принести из дома. А что делать? Вот. Это я хожу в халатике в таком летнем. Но еще вниз одела майку. Потому что как-то вот оденешься тепло, жарко. Разденешься, холодно. В общем... Такая вот у нас погода. Ну, всем пока-пока.